Всем привет! Сегодня, короче, такое видео будет про семерочку. В общем, сделал я из нее вот такой стиль. Перед поднятый, зад опущенный, посаженный, так сказать, вообще без пружин. Чисто стоит на отбойниках. Посмотрел видео в ютубе и решил, короче, по такому стилю сделать семерку. Но это так, на время, конечно, не навсегда, потому что ездить на отбойниках это вообще беспонтово. Машина дубовая, низкая. Чисто так, это на время. Сейчас пружины пока валяются. Сейчас все равно я пружины родные поставлю. Ну, витка 2-3 спилю, может быть. Посмотрю сейчас. Сейчас я вам расскажу и покажу свои ощущения. Ну и посмотрите, оцените. Если честно, блин, как эти пацаны ездят, я вообще не знаю. А машина... Сидишь, как будто ты какой-то на взлетной ракете. Так, перед поднятый. Так что, снял пружины. Вот, две пружины снял задние. Перед немного приподнял, ну там вставку подложил, где-то сантиметров на 5 поднялось. Сейчас вообще машина на посадке. Зад вообще упал, и смотрите, чтобы сесть в машину, это надо садиться на карачках сначала. Вот сейчас я залезу. Это значит, надо сесть на карачках до пола вообще чуть-чуть. Ну, получается, машина стоит на отбойниках. Ну, мои ощущения такие. Сидишь на какой-то низкой такой машине, как будто у тебя сзади 20 мешков картошки. Передок поднятый. Такое чувство, как будто ты сейчас взлетишь или едешь в гору. Вылазишь как будто с какой-то норы. Ну вот видите, машина вообще села. Вот до пола сколько сантиметров. Брызговики сразу согнулись. Я их не снял, блин. Вот вторая пружина валяется. Перед поднял, вот получается, где-то было так, стало... Ну, в общем, где-то было так, сантиметров 8, стало где-то 10-12. Вот. Вот так перед поднял. Вообще хотел я полностью поднять и зад поднять, чтобы машина вообще была высокая. Чтобы по лесу гонять, проблем не было. Так, с правой стороны то же самое. Приподнял вот насколько. А зад вообще упал. Попробую спилить пружину. Чуть-чуть посадить ее. Потому что без пружин ездить тяжеловато. На отбойниках вообще она жестковато стоит, бля. Точнее, даже не двигается, бля. Вот. Давлю, бля. Так, ну, в принципе, поднял машину. Вот настолько, блин. Кстати, когда он без пружин, поднимается полностью почему-то, даже переднее колесо. Сейчас сниму подкрылки вот эти вот, чтобы они не мешали. Ну и запилю пружину витка на 3. А то она слишком высоко. Сейчас сделаем. Блин, спилил пружины, в общем, не знаю, сколько здесь витков, 2,5 получается, да, где-то 2,5. Ну, много не стал пилить, а то вообще сядет, из гаража не выйдешь, блин. Так, чуть-чуть сделал, минимум. Барабаны здесь битые на этой машине, блин. Да, кстати, надо посмотреть, в редукторе масла вообще есть, нет.
Так, ставим нашу пружину. Вторую сторону тоже сделаю. Пока спилил 2,5 витка. Если будет мало, можно потом еще спилить. За пружины не боюсь, они у нас на разборе дешевые. За 300 рублей можно 2 пружины новые купить. Ну, с разбора. В принципе, вот как занизилось, блин. Где-то 2,5 витка. Ну, я думаю, нормально. Можно было, конечно, ниже сделать, но, блин, с нашими дорогами, тем более здесь гараж такой херовый, заезжать, блин. Ну, в принципе, перед зря я, конечно, поднял. Перед тоже надо будет в следующем видео занижать, блин. Ну, пока так оставлю. Так, покатаюсь. Блин, сегодня не получится у меня прокатиться, бензина мало, блин. Как-нибудь залью бензинчику, покатаюсь и заодно видосик запилю. Ну, в принципе, все, вот такое видео. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем пока.